Сергей Иванович для нас очень много всего сделал, реально. Очень для народа, для Хабаровского он очень много всего сделал. Да даже для Дальнего Востока. Я сам из села Богородское, это забытое село вообще всем. Но Сергей Иванович нам сделал больницу, это самое. То есть я имею в виду ремонт больницы. То есть он много чего сделал. Дом культуры, это самое, тоже ремонт хороший сделал, спонсировал. Как бы хорошо. И тут потом его посадили, да, не закончил, конечно, много чего еще, там, в Богородске. Вот, именно вот его посадили, я думаю, посадили вообще ни за что, честно. То, что в 2004 году, блин, а где вы раньше были? Вопрос. Где вообще, вот? Я не понимаю этого, честно. А как вы думаете, люди бессрочным пикетом добьются чего? Конечно, конечно, добьются. Если мы будем все вот так вот стоять, постоянно голосовать, будем постоянно, конечно, добьются. Я уверен вот на все 100%, что Владимир Владимирович, да, наш Путин, президент наш, так сказать, он по-любому это видел, много раз видел, но он делает вид, что типа он ничего не знает, и ему вообще плевать на все. Вот и все.